Остановить стройку просят жители микрорайона «Орбита». На днях они увидели, как на территории автостоянки берут пробы грунта. Обычно это делают перед новым строительством. Будет ли дополнительная многоэтажка там, где и так слишком мало места, выясняла Людмила Бачкина. Вот по поводу вот этой земли идет разговор. Они собираются, значит, строить здесь дом. Взятие проб грунта на территории автостоянки не на шутку взволновало жителей трех девятиэтажек, домов 30, 31 и 32 в микрорайоне «Орбита-1». Перед соседними домами уже построили высотку, которая загородила свет. Теперь жители боятся такой же участи. Мы даже не знаем, может ли этот в течение вот этих двух недель что-то, может быть, больше разрастется здесь какая-то уже стройка, и мы не успеем. На сегодняшний день многоэтажный дом, это, конечно, совершенно будет катастрофа. Да, люди будут, и мы боимся, самое главное еще, ну, свет это понятно, то, что поведет этот дом, потому что очень маленькое расстояние между постройкой будет этого нового дома и наших домов. Вот, поэтому мы просим помощи. Есть такие сведения, что 45 метров должно быть между нашими домами в случае, если здесь будет многоэтажный построен. Это никак невозможно. Остается 8 метров на ширину дома. Может, будут учитываться интересы существующих граждан, живущих здесь много лет, а не интересов застройщиков, которые потом реализуют свои какие-то выгоды. У нас в Караганде много земель. Пожалуйста, выделяйте так, чтобы это никому не перечило. В трех домах и так не поднимается вода на девятом этаже, а новый жилой дом заберет еще часть воды, электроэнергии и тепла, возмущаются жильцы. К тому же боятся, что стройка в такой близости повлияет и на устойчивость их домов, один из которых уже покрыт трещинами. Трещины идут. В данный момент вот замазали здесь, но она сквозная была. Сейчас здесь видно тоже будет. И вот она вся вот пошла. И с той стороны. И вот мы, жители, беспокоимся, то, что если будут дом строить, что какие-то последствия будут опять же. На наш запрос отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства дал письменный ответ, что участок принадлежит юридическому лицу и имеет целевое назначение на строительство многоэтажного жилого комплекса. Но по плану детальной планировки на этом месте предусмотрено строительство паркинга высотой от 2 до 5 этажей на 300 машин. Пока в ГАСК уведомление о начале строительства на месте автостоянки не поступало. Вот только это не значит, что такое уведомление не может поступить в будущем. Если вдоль дороги уже построены жилые дома, не исключено, что появятся и новые. Людмила Батюшкина, Оксана Митюхина, Равиль Валеев, 5 канал.